Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые Александр Александр. Мы продолжаем проходить игру Black Ops 2. Хочу сказать насчет прошлой миссии. У меня не записался один фрагмент, где я спас Карли, ну вот эту девушку, которая была из прошлой миссии. И из-за этого вы не увидите, как ее спасти, но быстренько расскажу. Там просто надо убить этого. Ну, короче, белобрысого злодея, ну или кто это, я ебал. Просто убишь, и у тебя сразу миссия выполняется. Ладно, я выключаю микрофон. Командор Мэйсон, сержант Уотсон. Все в порядке, парень. Все в порядке. Где тебя носило? Я уже думал, ты не выкарабкаешься. Какого хрена я там делал? Мертвые не страдают. Это привилегии живых. Будешь страдать, как я. У него есть на тебя планы, парень. Он ждал этого 30 лет, и он рассчитывает на то, что ты будешь его искать. Постой-ка. Фрэнк, ты что-то знаешь? Помнишь тот кулон? Сразу после твоего звонка вчера. Он исчез. Думаешь, у него вдруг отросли ноги, и он сам ушел? Этот человек знает все. Знает каждый твой будущий шаг. Он истребит 20-30 миллионов людей. За его сестру. Как будто это ее вернет. Он убил моего отца, чтобы отомстить тебе. С этим типом все не так просто. Говори, что за херь случилось в Панаме? Я был уверен, что мы взяли его в Никарагуа. Через год он объявился в Панаме с этим дерьмовым Нарьегой. Для ЦРУ это была последняя капля. От Буша поступил приказ приступить к перехвату. И мы с твоим отцом отправились. Хреново вышло. Ну вот так вот получается. Менентес не мертв.
Чё-то долго. Надо бы вырезать потом на монтаже. Бля, это будет долго вырезать. О, всё. Мейсон. Вудс. Рад тебя видеть, Фрэнк. Взаимно, Алекс. Обходим сзади. Блин, она в бешенстве. Семью? Я думал, причина в завтрашнем мне. Причина во всем, Марк! Я хочу отжить здесь больше, чем сидеть и тупо ждать, пока ты не переведешь нас в очередную ходом в забытую страну. Это мало, мало, давай, Фрэнк. Привет, ребят. Привет, Макнайт. Барахло у тебя? Да, спортивная сумка в сарае. Жена твоя явно недовольна. Ты ведь не говорил ей о вторжении, правда? Нет. Но, похоже, я у нас один такой. Она узнала об этом от жены Джейкоба. И Стива, и Билла. Представляешь, что она обо мне подумала? И почему мы не можем просто убить его нахрен, после всего, что он устроил в Никарагуа? Командование достали его интриги, но он нужен им живым. Не нравится мне это. Ладно. Мануэль Нарьега. Отныне известный как объект Лжепророк. Это стандартная операция очернения. Уничтожить его репутацию и снизить вероятность восстания в его честь. Вторжение отвлечет внимание, а мы будем действовать с ВМФ. Значит, все готово. Ага. Идем, я вас провожу. Спасибо за пиво, Макнайт. Я позволил себе вольность и просмотрел твои старые дела. А что за хрень с цифрами? Русские правда тебе мозги промыли? Они очень старались. Мама, апурате, мама, мама! Регреси, Америка! Твою ж мать! Просто дети, Макнайт, они того не стоят. Наверное, ты прав. Добро пожаловать в Панаму. Задание нормальное. Подготовка нормальная. Десантировались чисто, шлюпки никто не заметил. Единственное, что не вписывалось, так это Хадсон, который всем командовал по рации. Сразу предчувствие было. Терзало изнутри. Но я не обратил... внимания. Хадсон, это Мейсон. Бомбежка началась раньше времени. Ничего не хочешь нам сказать?
Хадсон, как слышишь? Нет ответа. Будем продолжать по плану. Макнайт, Мейсон, мы вошли. Группа спецназа захватит аэродром и штаб панамских сил обороны, чтобы помешать лжепророку сбежать. Я буду вести наблюдение со здания 12 за пределами боевой зоны. Хадсон не бросил этот план? Но мне он об этом не говорил. Удачи, Мейсон. Конец связи. Вали их, Вудс. Заготовь бумажку. Вот перед записью проиграл немного миссию, совсем чуть-чуть. Там нет сохранения во время миссии, нельзя начать во время сохранения. Вот играл, так думал, ну нормально, сейчас будет. И на нахер, снова, блядь, лагать начал, именно сейчас. Чё за хуйня? Блин, бесит уже.
Мейсон, это Макнайт. Я на позиции на здании 12. Отряды ПСО размещены по всему аэродрому. Гольф идет прямо в ловушку. Я пытался их предупредить, но со связью проблемы. Уже идем, конец связи. Что по лжепророку? Ждем сигнала Хадсона. Зайру следит за каждым его шагом, вряд ли он далеко уйдет. Нужно занять высоту. Группа Гольф, это Мейсон. Готов помочь. Прекратить огонь, когда мы уйдем с крыши. Проблемы со связью. Давай, все равно идем. Я тебя прикрою. Сосредоточься на помощи спецназу.
Мейсон. Это Хадсон. У нас есть точные данные о местоположении объекта Лжепророк. Отель Аделина, номер 225. Захватить его. Конец связи. Вижу объект. Группа неприятелей рядом с отелем. Предоставь их мне.